Значні борги держави за програмою пільг та субсидії – причина кризової ситуації, в якій монополісти погрожують відключенням теплопостачальних підприємств від енергоносіїв. Це неприпустимо, вважає народний депутат України, член виконкому міськради Костянтин Павлов. Визиває огромне опасіння долг государства перед городом, перед его предприятиями, а эта сумма ни много ни мало составляет более 500 миллионов гривен. Это сумма, которая идет по программе льгот и субсидий. А это те деньги, за счет которых наши предприятия могли модернизировать котельные, теплоизолировать трубы, модернизировать насосные в части подачи воды. И, к сожалению, это та сумма, которая не дает уверенности в том, что нынешний отопительный сезон не может быть сорван из-за того, что тот же государственный монополист НАК «Нефтегаз Украины» не прекратит подачу газа на котельные города Кривого Рога. Я считаю, что это беспрецедентный случай. Я, безусловно, как член бюджетного комитета Верховной Рады, буду добиваться возврата этих средств в город Кривой Рог для наших предприятий, для того, чтобы в домах криворожан было тепло, была вода и была электроэнергия.